Сегодня во всех школах страны прозвучал последний звонок. Один из самых трогательных моментов для тысяч выпускников, ведь впереди экзамены и взрослая жизнь. Как проходила торжественная линейка, каково было волнение родителей, какими напутствиями они поделились с выпускниками в нашем следующем сюжете. В этом году последний звонок в стране прозвучал 1 июня. В городе Тараз количество выпускников составило 2790 учащихся. Из них 56 претендентов на получение Алтынбелгі и 140 претендентов на получение аттестата особого образца. Аким города Бахыджан Орынбеков лично поздравил выпускников 5-й гимназии имени Жамбыла Жабаева и вручил отличникам сертификаты. Впереди немало испытаний, но мы уверены, что вы их преодолеете. Желаем успехов и достижения поставленных целей. Многие выпускники уже определились с будущей профессией, выбрали университет и настроены позитивно. У нас праздничное настроение и боевой настрой. Мы будем скучать по школе. Выбирая профессию, мы строим наше будущее. К экзаменам готовы. Мы благодарны нашим родителям за поддержку и веру в нас. Хочется пожелать всем выпускникам здоровья, всех благ, чтобы все их мечты и желания исполнились. Пусть все поставленные перед собой цели достигнуты будут. Всем удачи, всем счастливого пути. Спасибо школе номер 5 имени Джамбыла. Для каждого из нас последний звонок – это особый день. Ведь мы прощаемся с детством и вступаем во взрослую жизнь. Марика Абдирова, Гульзат Сейдуллакызы, Канат Бахатулы, Айкын Акпарат.